Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и знакомиться с автобиографией. Люсьен Шнек, французский скульптор. Родился в семье выходцев из Баварии 19 марта 1864 года. Члены семьи были краснодеревщики. Его младший брат Гастон Шнек также был скульптором и художником. Начал обучение у художника-орнаменталиста, практиковался в резьбе. В 1883 году получил первую премию за скульптуру в муниципальной школе рисунков города Бордо, а в следующем году поступил в студию Александра Вальгьера в школе изящных искусств в Париже. Представил свою первую работу «Портрет брата Гастона» на французском салоне в 1887 году. В 1898 братья написали письмо Агюсту Родену, чтобы поддержать его против противников созданного им памятника Бальзаку. Шнек, скульптор, близкий к Агюсту Родену, отходя от его выразительного стиля, инициировал возвращение к классической эстетике среди нового поколения скульпторов начала 20 века. В своих работах он стремится в противовес импрессионизму Родена вернуться к простой, обобщенной форме. Одной из любимых его идей было восстановление связи скульптуры и архитектуры. В своих изысканиях Шнек является предвестником монументальных тенденций, которые затем стали господствующими во французской скульптуре. Несмотря на раннюю смерть, успел оказать сильное влияние на развитие ряда молодых талантливых французских мастеров: Шарля Деспио, Жанны Пеле, Роберта Валерика, Альфреда Жана Ану и других, входящих в так называемую группу Шнега. Умер в Париже от брюшного тифа в 1909 году и похоронен на кладбище Монмартр. Вот так вкратце из Википедии о французском скульпторе Люсьен Шнег. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.